Я рада всех приветствовать на своем канале. Мы уже покинули Баварский лес, но мы еще можем использовать нашу актив-карту. И вот мы по дороге домой заехали в Баварский парк развлечений. Вот здесь такая большая парковка. Парковка бесплатная. Тут вход. Так все красиво сделано. Посетители собираются, потому что у детей каникулы, и это очень хорошее место, где можно отдохнуть. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Вот. Это выход, насколько я понимаю. И направляемся в центральный вход. Мы прошли, взяли карту. Здесь фотосессия началась. Здесь есть очень много всевозможных аттракционов. Есть для очень маленьких, есть для больших, есть средние. Очень много водных аттракционов. Вот сейчас мы направляемся в водный аттракцион. Пока нет много людей, чтобы не стоять большую очередь, так как он очень популярный. Также есть вот такие террасы, где можно покушать. А, тут тоже, смотри, есть аппарат по производству сахарной ваты. Очень интересный. Вот. Много всяких статуй. Есть паровозики. Но это мы все посмотрим. Я пытаюсь как можно больше сейчас показать окрестностей, пока нет большого количества людей. Вот есть машинки. А мы идем к водным. Они находятся вон там. Правда, они есть и вот в том направлении, но там уже катаются люди, и там, кажется, уже есть даже немножко людей в очереди. Есть комнаты вот такие страха. Вот. Также вон туда по дороге дальше, ну, мы туда тоже пойдем, я вам обязательно это все покажу. Там есть огромная детская площадка, где можно поиграть. Маленький детский паровозик едет. Вот в этой башне там подъемники вверх-вниз. Ну, и это все происходит в темноте. Навряд ли у меня получится снять, показать. Американские горки. Есть вот эта большая такая стрела. Но туда мы точно не пойдем. Много зелени. И вот это аттракцион, на который мы решили пойти самым первым. Из-за того, что он является очень популярным, и здесь большая-большая очередь всегда стоит. Сейчас я его вам покажу вот так, а потом попробую все-таки поснимать изнутри. Вить, хоть поздоровайтесь, помашите ручкой, а то я вам спины снимаю. Но, как я и говорила, тут является самым популярным, и народа уже много, уже стоит очередь. Вот так это все происходит. Мы начали наш путь. Я не знаю, я не знаю, я не знаю.
Да не страшно. Один барьер прошли, теперь нам надо будет подняться туда наверх. Вот туда. Опс. Держись. Мы все выше и выше. А? Там люди зависли наверху. Сейчас их будут опускать вниз, и они будут кричать громко-громко. А мы уже наверху, мы сейчас будем спускаться. Короче, мы спустились. Все мокрые. Я в этот раз не получилось у меня снять до конца, потому что мы в этом парке были, мы спускались. В этот раз какая-то скорость была просто огромная, что у меня... Да, много. Ну, может, из-за того, что мы все были легенькие. И вот к чему я веду. В тот раз я умудрилась снять полностью весь спуск, а в этот раз нет. У меня спина мокрая, штаны мокрые. И теперь мы подошли как раз к фермеру, который сидит в туалете. Я тоже когда-то это снимала. Он сейчас плеваться будет. И мы отправляемся дальше. Муж с дочкой пошли сюда. Я не пошла из-за того, что, ну, если я даже там буду снимать, там будет темно и не будет видно. Но это вот такая же подъемник до верха. И там темно, вас крутит, опускает. Но я все-таки зашла. И вот такими лабиринтами тут темно. Свет включается, выключается. Вот такие всякие гномы, тролли. Мы уже дойдем уже куда-нибудь или нет? О, дошли. Вот под такие звуки я оказалась в этой башне. Как я не хотела, но я тут. Что я немножко сняла благодаря мужу и дочке, которые сказали, что им темно, им надо было свет. Я зашла туда же. Что получилось, вы видели. Мы сейчас отправляемся на второй водный аттракцион.
Надеемся, он будет работать. Это лодки. Также здесь есть ватрушки. Будете на ватрушках кататься? Вот они теперь как раз вроде бы пустая. Вот такие же ватрушки, как и в предыдущем парке, в котором мы отдыхали. Здесь народу не очень много. Также везде стоят вот такие лавочки, где можно поотдыхать, шезлонги. Есть вот такая. А вот тут та другая водная, в которую я говорю, куда мы хотим пойти, на бревне покататься. Также есть детские маленькие американские горки, есть вот всевозможные качалки, крутилки. А, вероятнее, вот там я снимать не буду, покажу с первого плана, а снимать не буду из-за того, что там все-таки много воды, и это все брызгает. И вот наш результат. И оказалось, я вперед. Вот мы уже дошли до этой горочки, про которую я рассказывала. Но здесь я снимать не буду, я вам только так покажу. Вот такая... Ай! Брызги во все стороны. Мы прокатились, все мокрые. Сейчас дочка хочет прокатиться на осликах. И пойдем дальше. Пока мои выходят с горки, я вам покажу план самого парка. Мы сейчас находимся, ой, как бы это показать, вот здесь. И сейчас мы отправимся вот в эту часть, на вторую. Там тоже есть детские развлечения. Также есть немножко зоопарк, птицы, как вы видите.